я вам скажу так, не... Но. Это спецвойска, в которые попасть Тарусом. Давайте представим наш мир. Как это, в принципе, устройство работы? Мы все здесь сейчас собрались, нашей первой военно-исторической дивизии непионеров-героев, для того, чтобы в очередной раз от лица нашей организации передать вещи, которые так необходимы на фронте. Вспомним, мы на прошлой неделе отправляли тягач ТГУ-1 на фронт, и теперь к нему следом будут отправлены вот эти две антенны радиоэлектронной борьбы. Они предназначены для того, чтобы глушить все в радиусе 300 метров вокруг той единицы техники, на которую они установлены. А главная проблема вообще в принципе всех армий мира – это дроны и беспилотные летательные аппараты. Их заглушить проблематично. И именно наши заводы, наши оборонные фабрики смогли разработать именно такие антенны, которые способны бороться с самыми современными дронами противника. Эта антенна питается от бортовой сети автомобилей, может быть установлена на бронемашину, тягач, либо же на мобильный штаб или блиндаж, который необходимо защитить от прилета дронов камикадзе, либо же беспилотных летательных аппаратов разведчиков. Она очень легкая, весит порядка 10 килограмм. У нее на днище располагаются радиаторы, также сделанные из алюминия. Присутствуют различные уши для крепления на технику сверху, либо на какой-нибудь мобильный штаб.